Рокот моторов, звуки музыки и всеобщее веселье скоро заполнит улицы Ярославля. Областной центр уже во второй раз готовится принять семейный фестиваль Motto Family Days. О том, когда и как пройдет это событие, Первому Ярославскому рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. 21 числа на этом месте, на Стрелке, состоится грандиозный праздник. Это уже второй раз в Ярославле, будет огромный мотофестиваль Motto Family Days, куда приедут байкеры из ближайших регионов, из ближайших стран и, я думаю, что, может быть, и континентов. 20 числа колонна выйдет из Москвы и проследует по городам Золотого кольца. Ее встретят в городе Переславль-Залесском, где будет тоже большая программа, будут выступления местных коллективов. Потом колонна переедет в город Ростов. В Ростове будет также теплый прием. И потом большая колонна прибудет в город Ярославль. 21 числа в Ярославле, вот на этом месте, на Стрелке, будет организовано большое событие. Здесь выстроится колонна байкеров, которая отсюда тронется и сделает символичный парад по улицам города. И вся эта колонна прибудет к АЗЦ «Миллениум», где будет организована огромная площадка, на которой будет представлено много всего интересного, связанного с детьми, с мотодвижением и вообще с различными активити спорта и молодежной политики. Приглашаем всех в течение всего дня к АЗЦ «Миллениум». Там будет здорово, там будут концерты, там много будет активности, много будет мототехники и другой техники. Будет действительно интересно.